Все-таки летом красота, да, есть что показать, как говорится, есть чем гордиться. Такая вот. О, Сулейман опять мой. Сулейман! Сулейман! Сулейманчик! О, вырыл себе и все. Сулейман! Вот мой это лайка мой. Лайка мой красавец. А, гуси их не боятся. И самое, что интересно, вот это охотничьи собаки, они не трогают хозяйство. Я их сразу же, когда у меня появляются либо кошки, либо собаки, я их сразу всех приучаю к цыплятам. Показываю им, что их нельзя трогать. Потом прям вот цыплят приношу к ним и наблюдаю, естественно. И говорю им все время, повторяю эти слова, нельзя трогать, нельзя трогать. И, слава Господи, они не трогают. И ни взрослых не трогают, ни больших не трогают. Вот такие вот дела. Ох.